Казахстанцы потребляют 66 тысяч тонн рыбы в год, из которых 45 тысяч вылавливается в естественной среде. 30 тысяч тонн рыбы идет на экспорт. 43,5 тысячи тонн рыбной продукции приходится на импорт. Доля рыбного хозяйства составляет около 7,4 тысяч тонн. Специалисты утверждают, что рыболовство набирает обороты как активный вид отдыха. Таким образом, рыбные пруды в зонах отдыха стали наиболее популярны. Поэтому мы решили заниматься разведением рыбопосадочного материала. Выбрали форель, потому что это более экономически выгодная рыба на данный момент. Интерес к ней очень высокий. Интерес к ней высокий как для спортивной рыбалки, так и для потребления ее. Прогресс Агро – одно из первых предприятий региона, специализирующееся на рыбоводстве. План развития хозяйства состоит из нескольких этапов. На первом этапе будет инкубировано 100 тысяч штук икры и получено 60-70 тысяч мальков. На момент веса форели 50 грамм, она уже более адаптирована к внешним условиям. То есть ее уже можно пересаживать в пруды, в речки и в водоемы. Размером 200-300 грамм, это уже можно сказать, у нас ресторанный размер форели. Ну и как раз ее можно уже готовить к рыбалке. Форель – вкусная и питательная рыба. Она востребована на рынке сельхозпродукции. Достаточно высокая стоимость продукта делает его рентабельным для производства. В дальнейшем товарищество намерено выращивать рыбу до 50 граммов и поставлять их в другие хозяйства. С этой целью ведется строительство нового цеха. Аслан Абуталипов, Алгамбек Манарбекулы, Василий Вережников, Абайдулиген, Кукши Акпарат.